Виталий Воронов, кандидат в депутаты Мажилиса, адвокат, отец двоих детей, с 90 по 94 годы народный депутат. Единственный из 360 депутатов, не пропустивший ни одного из заседаний за 3,5 года. Политиков много, защитников мало. Участвовал в составе 26 рабочих групп по разработке законопроектов. В книге слов Абая сказано «Эдельдик парша из гелехтым анасы». Виталий Воронов, председатель антикоррупционного общественного фонда. Я защищал... Защищаю и буду защищать права людей. Эксперт комиссии по правам человека, председатель правозащитной организации «Правовое развитие Казахстана». Я научу вас защищаться, отстаивать свое право на достойную жизнь. Голосуйте за Воронова, голосуйте за свои права.